Основы пожарной безопасности воспитанники детского сада «Журавушка» изучали посредством творчества. Их рисунки и аппликации теперь заняли свое место на тематической выставке. Ну а во время праздничного утренника ребята поучаствовали в викторине, в деталях рассмотрели пожарный костюм и рассказали усвоенные правила поведения при пожаре. Мать на рынок уходила, дочке Маше говорила: «Печку, Машенька, не тронь, жжется, Машенька, огонь». Детский сад «Журавушка» совсем молодой, открылся год назад. Однако проблеме пожарной безопасности здесь уже уделяют большое внимание и стараются рассказать о ней детям как можно больше. Полученные знания ребята применяют на практике. Тренировочная эвакуация это у нас проходит. Дети все знают уже, вы знаете, мы даже очень хорошо, у нас эвакуация проходит даже в течение 4 минут. Хотя вот для детского сада имеет 7 минут. В планах руководства детского сада провести масштабные учения совместно с пожарными. Такое мероприятие запланировано на апрель. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.